Всем привет, меня зовут Диана, я часть команды Hermes Europe. Мы занимаемся подбором, покупкой и доставкой в руки оригинальных сумок Hermes 2012 года. И сегодня мы бы хотели поднять интересную тему, дать несколько советов, на что обратить внимание, если вы решили приобрести сумку Hermes. Первое, на что мы лично обращаем внимание, это запах сумки, будь то кожа эпсом или кожа тога или эверколор. Каждая кожа имеет свой особый запах, и открыв несколько раз новую сумку только с бутика, со временем ты четко знаешь, какой должен быть аромат. Никаких посторонних запахов, только приятный запах кожи. Сумки Hermes обладают особым швом. Шов здесь идет елочкой. Он не может быть ровный, ровный шов должен насторожить вас, ведь это может быть машинная строчка. Все сумки Hermes делаются исключительно вручную, и каждый стежок делается вручную мастером Hermes. Каждая сумка Hermes имеет свой штамп. Ранее, до 2015 года, штамп мастер наносил на хлястик. С 2015 года штамп перешел на внутреннюю стенку, что у Келли, что у Биркин. У Биркин особое крепление ручек, в нее можно нагрузить очень много вещей, и ничего с ней не произойдет, ручки не оторвутся, швы не разойдутся, потому что здесь особое крепление, и это крепление называется драконье крыло. В комплекте с сумками Birkin и Kelly идет замок и ключ. Ранее было достаточно популярно вешать его сюда. Сейчас его можно повесить просто на ручку. Но, как показывают новые тенденции, замок не вывешивают, просто оставляют его внутри сумки. Также стоит обратить внимание на молнии. Собачка не может смотреть ни вверх, ни вниз. Она всегда горизонтально направлена в сторону молнии. Если вы решились приобрести сумку у реселлера, обязательно убедитесь, что сумка идет в полном комплекте. В полный комплект входит коробка, бумага, подушка, руководство по уходу за сумкой и также дождевик. В мокрую погоду, влажную, мы советуем класть дождевик вовнутрь, и если вдруг вас застанет дождь, вы с легкостью спрячете свою сумку от дождя. К сумкам Hermes не идут ни сертификаты, ни карточки, к ней идет только чек. Это доказывает то, что сумка была приобретена в бутике, дата, и чаще всего остается открытым адрес бутика. Спасибо, что были с нами. Нам важно и приятно делиться с вами интересными фактами и знаниями о Hermes и о самых красивых и желанных сумках Келли, Биркин и Констанс. До новых встреч!